Жениться надо. Жениться. Кстати, Наташа, тише, здесь же дети. Что? Я серьезно говорю, приходите домой и прямо к дивану, а там уже тапочки стоят теплые. Одел тапочки, прилег на диван с газеткой. Нет, тапочка-то на диван. Ну и что, неважно. Ноги можно свесить или отдельно на стул положить. А на кухне что? Харчо. Харчо тебе. Мясо, много мяса. Рис, перец. Нет, перца не надо. На тебе мясо, пожалуй, тоже не надо. Лучше уха. Хорошо, пускай будет уха. И такой запах из кухни по всей квартире, что никаких сил нет держаться. Откладывайте газету и кричите: солнышко мое. Солнышко, ну как, скоро там? Она тихо, так ласково, без всякого этого раздражения. Сейчас, говорит, птичка моя. Сию, говорит, минуточку.